Современная эффективная техника, оригинальные запчасти и фирменный сервис от компании «Омск-Дизель» – это основа высокопроизводительных технологий. Телефон 38 29 29. Смотрите сегодня в программе «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. Омская новинка дошла до рынка. Первые заказы на селекционный комбайн получило предприятие «Сельхозмашиностроение». У каждого года своя погода. Плюсы и минусы минувшей жатвы. Актуальное интервью. Ячменная солома и картины для дома. Мастер-класс рукодельницы из Боголюбовки. Две пятерки рядышком – это юбилей. Да им настолько лет через 3 месяца исполнится уникальному предприятию на Омской земле – экспериментальному заводу. Чуть больше полувека назад он появился на свет как надежный помощник ученым-селекционерам. В ту пору здесь начали выпускать нехитрые приспособления для высадки семян на делянку, подсчета зерен в колоске и прочее. Подобные производственные цеха с конструкторскими отделами создавались по всей стране при научно-исследовательских институтах. А сегодня Омский экспериментальный чуть ли не единственный, который остался верен своему прошлому. Селекционная техника – одно из направлений в работе предприятия, известного в стране и даже за рубежом. Но львиная доля поставок приходится на уникальные орудия и машины для тех, кто работает на земле, в том числе и для аграриев нашей области. Эта карта уже несколько устарела, то есть сегодня мы карту меняем, потому что на сегодняшний день уже более 60 регионов Российской Федерации работают с нашей техникой и страны ближнего зарубежья. То есть мы каждый год расширяем географию, то есть 2-3 новых региона, новые страны добавляем, поэтому сегодня у нас и Казахстан значительно расширился, и пошли мы на восток, то есть Монголия активно работает на нашей технике, и в Якутии очень много сегодня техники. Ну и, конечно же, вот по нашим регионам, то есть тут уплотнились, так скажем, уже вот эти вот флажочки, да, потому что мы усилили свое влияние вот в Южном федеральном округе, в Поволжском. Вот. Конечно, каждая зона, каждый регион какие-то свои машины заказывает. То есть в УФО, конечно, в первую очередь это наши измельчители. Мы их традиционно производим уже более 20 лет, но и по-прежнему они имеют большой спрос. Кстати, в модернизации первых измельчителей для комбайнов принял участие Дмитрий Голованов, в ту пору недавний выпускник сельскохозяйственного вуза. На его счету сегодня немало разработок. А последнее детище экспериментального завода – селекционный комбайн. Это совместная машина омских и немецких конструкторов. Наше предприятие – единственное в стране, которое взялось за выпуск уборочной техники для селекции и семеноводства. Первый комбайн, который в прошлом году был изготовлен, прошел комплексные испытания, получил очень хорошую оценку ученых, у практиков и был поставлен в нашу Омскую госорткомиссию. Уборка проведена уже при помощи этого комбайна, то есть отзывы очень хорошие, ученые и сортоиспытатели очень довольны работой этой машины. Сейчас мы активно ведем диалог с Минсельхозом России, с предприятиями, которые занимаются селекцией, семеноводством, институтами, селекционными центрами. Потребность большая, более 500 комбайнов на сегодняшний день нужны, но не всегда этот спрос обеспечен финансами, поэтому это самый важный вопрос, который требуется решить. К концу декабря предприятие должно выпустить 5 селекционных комбайнов и еще партию в зимний период. Это заказ Минсельхоза России. Уходящий год, по мнению директора, сложился неплохо. Удалось расширить ассортимент, увеличить модельный ряд. Выросли объемы продаж техники. Но последнее несколько сдерживает федеральная программа 14/32, которую собираются закрыть. Во всяком случае, такие слухи ходили весь год. И они не беспочвенны.
Самые свежие новости на этот счет Дмитрий Голованов привез из федерального центра. По заверениям Минсельхоза России, программа остается на следующий год. На сегодняшний день в правительстве заложено 7 миллиардов рублей на эту программу, поэтому, в принципе, мы довольны, что она остается. Но, конечно, тех денег, которые на нее заложили, будет недостаточно, потому что на сегодняшний день уже более 70 заводов участвуют в программе. И вот по 2018 году было более 15 миллиардов на 432 освоено. В этом году 11 миллиардов уже тоже выделено, уже освоено. Сейчас ожидается еще дополнительное вливание, но потребность сегодня минимум 15-18 миллиардов в год для того, чтобы обеспечить стабильный спрос. И этот спрос не падает. А лизинговая программа, на которую собирается делать ставку федеральный центр, крестьян не устраивает по многим причинам. И одна из основных – печальный опыт не так уж далекого прошлого, когда крестьяне лишались и уже уплаченных части взносов и приобретенной техники. Переубедить их будет не так-то просто. Перевооружение ПК – это и новые технологии, и новые машины. Поэтому и Омский экспериментальный старается идти в ногу со временем, участвовать в различных выставках, в том числе и зарубежных, продвигать свой товар. Более эффективными являются именно локальные мероприятия, то есть типа «Дней поля», где мы можем показать технику в работе. То есть мы собираем аграриев, собираем фермеров, выезжаем в поле и представляем нашу линейку машин, культиватор или сеялка, или там глубокорыхлитель, или другое орудие проходит по полю. И любой желающий может посмотреть результаты работы, оценить и задать здесь же вопросы специалистам, получить какие-то необходимые консультации. В этом году мы провели такие мероприятия в Красноярском крае, в Кургане, в Липецке. Ну и еще локальные, в некоторых регионах, совместно с нашими дилерами. Давно канули в лету те времена, когда в зимний период здесь брались за любую работу, лишь бы не простаивать. Ремонтировали селянам старую технику, на новую у них не было средств. Отправляли часть коллектива в вынужденный отпуск. Годы перестройки пережили вместе с крестьянами. Сегодня предприятие обеспечено заказами, но сезонные авралы никто не отменял. Это где-то на начало февраля и до середины мая, то есть это самый активный сезон, когда мы готовим обрабатывающие машины, сеялки для сезона, то есть нужно успеть, тем более в разных регионах посевная начинается по-разному, то есть да, на юге она уже в марте начинается, поэтому надо успеть к их сезону. Ну а наши аграрии в мае выходят в поле, ну, мы также вот стараемся, чтобы всю технику вовремя отгрузить. Ну и сейчас даже, несмотря на то, что уже полевые работы завершаются, уже сельскохозяйственный год подходит к концу, у нас работа не останавливается, то есть работа по-прежнему кипит. Мы продолжаем отгружать технику в другие регионы, то есть это и культиваторы, и глубокорыхлители. Ну и готовимся уже к следующему сезону, то есть сейчас делаем задел на зиму. То есть несмотря на то, что зимой аграрии менее активно заказывают технику, мы что-то делаем на склад, что-то делаем под заказ. То есть делаем определенный задел, чтобы весной, когда увеличивается спрос, мы могли этот спрос востребованный весь удовлетворить. Средний возраст рабочих предприятия – 42 года. Развито наставничество. А кафедра машиностроения Омского аграрного университета открыта при заводе. Помогает студентам окунуться в выбранную профессию, пройти здесь производственную практику, выполнить курсовую и дипломную работы, а также участвовать в проектировании новых разработок. У инженера-конструктора всегда много идей. Есть задумки по новым сеялкам для минимальных и нулевых технологий. Есть у нас направление по внесению удобрений, как минеральных, гранулированных, так и жидких. Вот. Ну и, конечно же, дальше будем расширять линейку техники для селекционеров, для семеноводов, то есть тоже есть определенные сегодня идеи. За зиму мы это все отработаем, как традиционно весной проведем испытания, ну и постараемся уже
к нашим выставкам, вот, к летним, к Агроомску, эти новинки презентовать нашим аграриям. А что касается предстоящего юбилея в феврале, то отметить славную дату решили в июне, когда аграрии завершат посевную, и на предприятии появится относительное спокойствие после активного весеннего сезона. Две пятерки рядышка – это еще и отличные оценки флагмана омского сельхозмашиностроения, которому удалось своей продукцией завоевать российский рынок и выйти на страны ближнего и дальнего зарубежья. Нынешний год нашим аграриям принес немало сюрпризов. Впрочем, без них не обходится ни одна сельскохозяйственная компания. Весной из-за переувлажнения не досеяли 60 тысяч гектаров зерновых. На 5 тысячах урожай погиб от вымокания. 7 тысяч гектаров тоже пришлось списать из-за засухи. И 25 тысяч гектаров рапса погибли от нашествия моли. Таковы издержки весенне-летнего сезона. Но конец августа был явно на стороне селян. Подвести итоги уборочной страды и поделиться планами по реализации зерна мы попросили министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николая Дрофу. Последняя декада августа дала нам возможность с положительными температурами равномерное созревание хлебов и более раннее начало уборочной кампании. В этом году мы сравниваем с прошлым годом. Буквально где-то на 10-12 дней мы начали уборочную кампанию раньше. И качество хлеба, и урожайность, она как раз в этот период, значит, была самоэффективна. Значит, в конце уборочной кампании были периоды, когда были осадки, что остановило наш темп уборочной кампании, соответственно, повлияло на качество зерна. Произошли ряд потерь, осыпания хлеба, потому что были ветровые бури. Но все-таки мы на сегодняшний день констатируем, что в целом вся уборочная кампания завершена. Идет уборка там подсолнечника, ряд, значит, полей еще пока убирает лен. Но это традиционно те культуры, которые у нас в период вегетации немножко затягиваются, и они убираются более поздно. Валовый сбор в бункерном весе пока не составляет более 3 миллионов 200 тысяч гектар. Тон. Мы надеемся, что вот эта цифра, она будет у нас окончательной. Зерно довольно-таки качественное, и мы надеемся, что в этом году будет хорошая достойная цена. Наша задача сегодня не только вырастить достойный, хороший, качественный урожай, но и правильно его реализовать на рынках для того, чтобы сегодня иметь финансовую возможность вести дальше хозяйство в нашем регионе. Для этого правительство Омской области было создана логистическая компания «Зерно Сибири», которая сегодня уже успешно начала работать, начались первые отгрузки. Ну а если говорить в целом, то сегодня ценовая политика у нас в регионе складывается довольно-таки благополучно для наших сельхозпроизводителей. Боголюбовкой в начале прошлого века назвали свою деревушку переселенцы с южной губернии России. Приглянулись им, видно, здешние березовые колки и благодатная сибирская земля, которую они распахали. Выращивали хлеб, разводили на подворьях различную живность. Таким укладом жило здесь не одно поколение. Предки Светланы Корниенко, урожденные Мещенко, крепко обосновались на этой земле. Родители до сих пор живут рядышком. Уже и мы золотую свадьбу отметили, и 55, не знаю, какая свадьба, тоже отметили. Уже у них в этом году будет 56 лет совместной жизни. И юбилей отца? В марте будет 80 лет. Так вот. Все съедутся? Обязательно. У нас 4 сестры. Уже, ну как, одна в Омске младшенькая наша, Женя. Одна жила в Серебряном, ну сейчас переезжает в Омск. А старшая у нас Наталья, та на Алтае. Ну, уже сказали, что уже готовы. Когда все соберутся, гостей в материнском доме не разместить. Половина поселится у Светланы. Она этому рада. Сестры, племянники, внуки, семья большая. А встретить их, да хороший стол накрыть, для хозяйки не проблема. На подворье всякая живность водится, да еще сад-огород выручает. Вот сейчас вот у нас одна коровка, ну, она у нас такая хорошая коровка. Вот она получается... Родители, мои девчонки двое, сестренка приезжает и мужа племянница.
У нас тут недалеко живет как бы... Как раз так, сметанка и творожок на всех. На всех. И как бы так. Хватает, и все в норме. Осенью управляться на подворье чаще приходится Светлане. Муж Федор работает у местного фермера. Скоро у него будет больше свободного времени. Хлеб убрали. И тогда за свою баньку можно приняться. Говорит, к приезду гостей достроит. Светлана с Федором ровесники, бывшие одноклассники. Последние 2 года мы сидели с ним за одной партой. Это вот старшие классы? Да-да. Когда уже начинают влюбляться. 9-10. Ну, мы были не влюбленные, у нас у каждого своя любовь была. Мы как бы на своих одноклассников, ну, всегда же не обращаем. Мы всегда обращаем на тех, кто старше. А с мужем мы начали встречаться, когда он пришел с армии. Через 1.5 года сыграли свадьбу. Молодым, как принято на селе, родители всегда дарят телочку. Светлана говорит, когда росли дети, до 3 буренок в стойле стояло. Молоко никогда не сдавали. Хватало семье, родственникам. Федор всю жизнь строится механизатором. А Светлана сначала в детском саду, а потом в школе. При ней был когда-то подростковый клуб, который сегодня переименовали в Центр дополнительного образования. И занимаются в нем не только школьники, но и взрослые, которым хочется мастерить картины не хуже, чем у Светланы. Они у нее и соломки. На первом занятии для женщин самые простые задания. Попробую сделать из соломки цветок. Соломку мы берем в основном овсяную, потому что она самая мягкая в обработке и самая широкая. И она удобнее всех. И это. Если вот бывает вот так, вот она согнулась. Мы ее берем вот так вот, раз ее сойдет. И она у нас опять ровненькая и хорошая. Нам уже после комбайна это нам не подходит. И поэтому мы берем вот это. Такую соломку. Ну, обычно вы сколько заготавливаете? Целый пучок? Или доносите до дома? Ну, я прошу мужа. И он на машине привозит мне. Это когда первый раз у нас был... Участвуют все. Это у нас, когда был тут директор колхоза нашего, Усольцев. И мы делали, как вот у них день урожая, и мы делали механизаторам, детки мои, делали медали. Ну и что-то так вот это он говорит, ну если надо, мы вам эту телегу солому привезем. Я говорю, нет, не надо. Но если мы у вас 1.2 метра выстрижем, то вы уж на нас не ругайтесь. Эти картины побывали уже не на одной выставке в районе, в городе. И всегда их отмечали за мастерство и выбранные сюжеты. Соломка, по словам Светланы, ее самый любимый материал. Хотя с детьми она делает игрушки, вышивки на картоне, поделки из бумаги. Первую работу сделала, когда не было денег мужу на подарок. Работала в садике, как раз вот это наше перестроечное время. И как-то так, что у мужа был день рождения, а денег не было совсем. И что вы сделали? Сделала, ну, цветок такой красивый. Мужу, говорит, подарок понравился. С тех пор Светлана своему мастерству научила многих ребят в деревне. А сегодня мастер-класс для взрослых. Все они члены женсовета. Работают в местном доме культуры. Давно дружат. Не раз обращались к Светлане помочь им оформить сцену или стенд к празднику. Та никогда не отказывает. В ноябре отметит еще одно событие. Местному вокальному ансамблю «Сударушка» исполнится 40 лет. Все песни, которые они исполняют, на украинском языке. В основном старинные, народные. Их когда-то пели их бабушки и прабабушки. Слова не растеряли. А вот диалект давно уже свой, сибирский. Посилала мене мати до криниченьки, та й принесі моя доня, та й водиченьки. Ой, мама моя, мама, та й водиченьки. Ой, мама моя, мама, та й водиченьки. Ой, пішла я у садочок, забарилася, на казака молодого задивилася. Ой, мама моя, мама, задивилася. Ой, мама моя, мама, задивилася. На юбилей, говорит Нина Межуева, руководитель ансамбля, соберется много гостей. А Светлана с ребятами из кружка сделает всем пивуням сударушки медали соломки.
Материал податливый, благодарный. Вот почему и картины из него красивые. Светлана предпочитает делать их на черном фоне. Он самый выигрышный. А соломку можно и покрасить. Красим пищевыми красителями. Пищевыми. Вот которые яйца на Пасху красят. Вот этими красителями мы и делаем. Так, теперь подсохло. Теперь вот по краешку все вырезаем. Только вот здесь вот, который листочек, вот пусть будет чуть-чуть больше. Черный фон можно получить, закрасив основание обычной канцелярской тушью, а части рисунка приклеивать клеем ПВА или моментом. Но последний берется, когда картина объемная. Не у всех на первый раз получилось красиво да гладко. Но первый блин, как говорится, комом. Кстати, о блинах. Печь их Светлана, по словам многих, тоже большая мастерица. Поэтому мы уговорили ее поделиться рецептом с нашими телезрителями. Она согласилась. Для начала мы берем муку. Все зависит от того, сколько мы хотим блинов и сколько мы потратим на это яиц. Теперь мы сюда ложки 2-3 сахара. Столовый с горочкой. И соли. Чтобы блины были у нас пышные, надо соды обязательно сюда. И теперь мы берем молочко. Молочко у нас от нашей коровки. Нужно, чтобы сметана вся размешалась. Поэтому мы немножко болтыхаем ее. Это утреннее молоко? Это утреннее молоко. Так, сначала немного. Коровка у нас сейчас еще в поле. Хоть и холодно, но они гуляют. Стадий коров не очень много, но мы еще держим, так как у нас внуки, они очень любят молочные продукты, очень любят блины. Внук, когда приезжает, он всегда у меня, ну, они обычно вечером приезжают, и он у меня всегда с вечера договаривается, что баба должна ему утром блины сбыть. Сейчас немножечко собью. А потом, чтобы с комочками вообще было хорошо дело, мы туда добавим, ну, почти стакан кипятка. Добавляем сразу растительное масло, чтобы блины не прилипали. Сколько примерно столовых ложек льется? Столько? Ну, половину отсюда я точно налью. Этот рецепт блинов у Корниенко семейный. Светлана говорит, что достался от бабушки. Вроде бы и простой, но со своими секретиками. На полкилограмма муки берется 6-7 яиц. Их не жалеют, на подворье свои несушки. Желтки желтенькие, как и жирное молочко, что бывает у буренок, сытых и ухоженных. Чем жирнее молочко, тем вкуснее блины, говорит хозяйка. Тесто готово, пора приниматься за стряпню. Светлана всегда печет блины на 3 сковородках сразу. Так привыкла. Все любят их с пылу, с жару. Да и стоять у одной сковороды у хозяйки терпения не хватает. То ли дело. Успевай, разливай, переворачивай. Сливочным маслом не смазывает. Они и так не сухие, потому что много растительного масла добавила. Еще, чтобы пышнее были, туда еще можно простокваши добавить. Тогда они будут еще пышнее. Ну, тогда более толстенькие блины будут. А блины в дырочках получаются, когда выпекают их на сковородках с толстым дном, чугунных, какие раньше были в любом деревенском доме, по наследству от бабушек переходили. Современные блинницы уже не то, но у них одно достоинство – не надо каждый раз смазывать перед тем, как тесто выливать. А вот чугунные раньше обычно смазывали салом. Это в Боголюбовке большинство местных жителей делает до сих пор. Вот, целая гора блинов у хозяйки получилась. Вот такие румяные у нас блины получились. Приятного аппетита! Спонсор показа – компания «Омскдизель». В крестьянско-фермерском хозяйстве Якушев нынешний урожай уже в закромах. Пшеница, ячмень, горох, лен и рапс. Страду завершили быстро. Погожих деньков выдалось много, и техника современная помогла.
Сейчас самое время готовить почву под будущий урожай. Механизаторы пересели на тяжелые агрегаты. В хозяйстве Якушевых более 7 тысяч гектаров посевных площадей. Максимальный разброс полей до 70 километров. Это поле под номером 13 «Паровое». Целый год оно отдыхало. На следующий сезон на 600 гектарах здесь планируют посеять пшеницу. Первоочередная задача – качественно обработать землю. Идеальный тандем с почвообрабатывающим агрегатом – трактор «Аксион 950». Чтобы увидеть его возможности в работе и убедиться, что именно такой агрегат нужен в вашем хозяйстве, компания «Омск-Дизель» для селян предлагает выгодную услугу. Приезжаем, сначала показываем людям, какое ихнее, они выбирают какое поле, какой агрегат зацепить, смотрят преимущества этой техники. Мы наконец-то достигли такого уровня, что мы привозим свою технику сами. Приезжает наш механизатор совместно с механизатором в хозяйстве, они работают, настраивают, смотрят, сразу же инструктаж. Трактор «Аксион 950» – универсальная машина с внушительной тяговой мощностью 400 лошадиных сил и идеальными экономическими характеристиками. Расход топлива – 8 литров на гектар, скорость по полю – около 10 км в час. Современный агрегат вошел в список 100 лучших товаров России. Хозяйству Якушевых уже 28 лет. Дело начинал их дед, продолжил сын, и теперь уже внуки трудятся здесь. Леонид Викторович пришел в 2010-м, после окончания аграрного университета. Он и экономист, и агроном, и инженер в одном лице, правая рука своего отца. Виктор Леонидович во всем ему доверяет. Остается ли трактор в хозяйстве, сегодня тоже решать ему. Тест-драйв проводит лично. Это большое спасибо компании «Омск-Дизель», что они нам могут предоставить такую возможность пощупать это все руками своими, то есть посмотреть, попробовать вживую в работе в наших условиях, в конкретных. Очень, конечно, хорошо, что можно сделать так, потому что мы уже видим, понимаем не просто со слов кого-то там, каких-то других людей, фермеров или продавцов этой техники, а вот именно вживую. Сами это видим все. Тракторы такого модельного ряда в хозяйствах востребованы. Они показывают высокий результат и хорошую экономику, поэтому все чаще аграрии рассматривают их приобретение. Именно такую технику, современную, высокопроизводительную, многофункциональную, в Омский регион поставляет компания «Омск-Дизель», надежный партнер сельских тружеников. По вопросам приобретения техники обращаться по телефону 38 29 29. Компания «Омск-Дизель». Ваш выбор. Правильный результат. Спонсор показа – компания «Омск-Дизель».